Всем здравствуйте! С вами Людмила. Сегодня хочу с вами поделиться своим таким опытом похудения на 15 килограмм. Это было где-то года 3 назад. Я ходила на юбилей, вернее, собиралась на юбилей, и я себе совсем не нравилась. У меня было 86 килограмм. У меня было платье, вернее, я купила платье себе, и оно было мне маловато. А мне охота было пойти в этом платье, тем более выглядеть хорошо. И я начала худеть. Я начала лазить в интернете, искать всякие диеты, все как похудеть. Но я такой человек, я неорганизованная, я не могу худеть по диетам. Я не могу худеть один день там яблоки, другой день. В общем, расписаны, когда расписана диета, я так худеть не умею. Я придумала себе сама диету. Я сидела на кефире с огурцами. В блендере взбивала огурцы или на терке, смешивала с кефиром. И там целый день-два сидела на кефире. Потом целый день сидела на рисе, потом на гречке, потом на курице, просто ела курицу, потом рыбу ела. И вот единственное, что вам скажу, не надо повторять... Допустим, за мной. Мой организм справился, я похудела на 15 килограмм за месяц. Потом придерживала, потому что это было в мае. А мне надо было похудеть до конца августа. Я, значит, сходила на юбилей. Затем я это все забросила, опять поправилась. В общем, поправилась еще больше, чем была. Была 86, стала 89. За 3 года, наверное, поправилась. И теперь вот я опять хочу похудеть, опять садилась на этот кефир, но опять у меня ничего не получается, я срываюсь. Я никак не могу опять начать худеть. Или организм мой так настроился, что он уже знает, что я с ним буду делать. Может быть, вы подскажете, какие у вас диеты, только мне нужны неорганизованные диеты. Я не умею, я такой человек неорганизованный, я не умею сидеть таким... диетам. Мне нужны жесткие диеты. Ну, у кого есть какой опыт, рассказывайте. Все, всем пока. До следующего видео.